США усиливают давление на Евросоюз по вопросу о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве. Так, Вашингтон намерен сократить экспорт европейского автопрома в США, если ЕС не увеличит импорт американской сельхозпродукции. Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на документы, предоставленные Greenpeace. При этом отмечается, что стандарты сельхозпродукции в США и ЕС сильно отличаются друг от друга. Переговоры в нормандском формате по урегулированию кризиса в Донбассе должны состояться 11 мая в Берлине. С такой инициативой выступил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. На встречу приглашены его коллеги из России, Украины и Франции. По словам Штайнмайера, необходимо преодолеть блокаду в отношениях между Киевом и Москвой и согласовать подготовку местных выборов на востоке Украины. Бавария решила не подавать в суд на правительство Ангелы Меркель. Ранее баварский премьер Хорст Зеехофер не раз подвергал канцлера Меркель критике за ее миграционную политику. В результате политики гостеприимства только в прошлом году в Германию прибыли более миллиона беженцев. В нескольких европейских городах первомайские демонстрации переросли в столкновения с полицией. В Берлине и Гамбурге участники акции закидывали полицейских камнями и бутылками. В Гамбурге полиция применила водометы, десятки человек задержаны. Не удалось избежать столкновений с полицией и на демонстрациях в Париже и Стамбуле. Впервые за полвека из Майами на Кубу отправился американский круизный лайнер. На борту судна «Адония» около 700 пассажиров. Стоимость билета на недельный круиз вокруг острова на одного – от 2 до 7,5 тысяч долларов. США и Куба официально восстановили дипломатические отношения в июле прошлого года.